Наступил купальный сезон, время бикини, Victoria's Secret. И чики с накачанными губами, с искусственной попой, они как косящие подмажоров на пердящих машинах и орущие на весь двор музыкой думают, что их провожают плотоядным взглядом, потому что всем нравится. Я люблю оригинальную комплектацию и профессиональные косметические эффекты. Ну что ж, приветствую вас, господа и дамы, всех, кто посетил Гарри Кинг Ченнел. Тех, кто в этом году выбирает не гостевой дом Черноморского побережья Кавказа, не армянский мишленовский ресторан Хинкали на пляже Чайка Адлера с парижскими ценами, как La Tour Eiffel, а любит отличный сервис, хорошую кухню, отменный алкоголь, мою солнечную любимую Турцию с ее гостеприимными, трудолюбивыми жителями, приглашаю присоединиться к клубу любителей пальм чистейшего Средиземного моря с бирюзовой водой, пляжами с голубыми флагами, посетить со мной город-герой туристической славы Анталию и прогуляться отелю Аскамак Файлес. Это неплохая городская пятерка, тут нет пафоса, золота, лакшери для мажоров. Самый большой плюс – расположение. Да, маленькая территория, но. Первое. С возвышенности открываются бомбические, великолепные панорамные виды из номеров на волшебную Анатолийскую бухту. Айвазовский подарил бы нам еще одно полотно из своих шедевров, оказавшись в этом отеле. Второе. Отличная логистика. Столько всего в пешей доступности парки, это вам не заброшки Абхазии. Третье. Рядом большой торговый центр, парк развлечений, аттракционов, океанариум, дельфинариум, рядом ретро-трамвайчик «Кольцо», 5 минут, и ты в старом городе, улочки, как в фильме «Турецкий гамбит». Для фото и видеоматериала «Мама, не горюй», музей археологии рядом, Пальм-стрит, рестораны, кафе с видами на Анатолийскую бухту, на старый город, и не только фонтаны и цветы. Четвертое. Рядом с отелем многокилометровый пляж Каньялти. А место променада с зонами отдыха, великолепными ландшафтным дизайном, фантастик. В порту за копейки, приобретя бот-тур к водопад Дюден, никого не оставит равнодушным. Ну а близость к международному аэропорту большой плюс — полчаса и вы в отеле. Любителям ЗОЖ не надо такси, общественный транспорт. Незабываемые пешие прогулки, зоны отдыха, морской воздух для инфосамок, раздолье по самой гланды. Ну, а если копнуть глубже, плюсов найдется немало, однозначно. Ну что ж, господа хорошие, как всегда отвлекся, поехали по отелю. Аскамак Файлес отель. Городской отель находится в центре города Каньялти, дата постройки еще в том веке, 1989 год. Последняя реновация 2017. Общая площадь 42 тысячи квадратных метров. Один корпус, 13 этажей, 3 лифта. Количество номеров 342. Немного, но и немало. Расположение, как я уже говорил, Турция, Анталия, район Каньялти. Расстояние до аэропорта 15 километров. До ближайшего населенного пункта 1 километр до Анталии. Считается первая линия, но... На горе я бы сказал, назвал бы, наверное, все-таки вторым. Номера для людей с ограниченными возможностями. Один номер стандарт. Номера для некурящих. Курение в номерах запрещено. Время заселения в 14. Выселение, как везде, 12. По пляжику, полотенца, шезлонги, зонтики. Собственная часть на городском песчано-галечном пляже. 300 метров от отеля. Ну вот она называет первая линия. Ну, я бы так что говорю. Вход в море галька. От отеля на пляж и обратно курсирует автобус. Расписание движения предоставлено на ресепшн. Пляжные полотенца под депозит 10 зеленых. В зимний сезон пляж не работает. Вечерние программы есть, дневные развлекательные программы есть. В зимний сезон анимации нету. По питанию, диетическое меню, рестораны а-ля карт, шведский стол, турецкий ресторан. Возможно, одно бесплатное посещение ресторана при проживании минимум 7 ночей. Необходима предварительная резервация. Не работает зимний сезон.
по барам. Лобби-бар работает круглосуточно за денежки с 21 до 10 утра. Снэк-бар с 10 до 18. Бар на пляже с 10 до 18. Только безалкогольные напитки, не работает в зимний сезон. Витамин-бар за денежки, не работает в зимний сезон с 9 до 21. Расписание работы основного ресторана: завтрак с 7 до 10, поздний завтрак, летний сезон с 10 до 11, обед с 12.30 до 14.30, ужин с 19 до 21, зимний сезон с 18 до 20.30, поздний ужин с 23 до 0. В дневное время предлагаются закуски в снэк-баре только в летний сезон с 12 до 16, чай, выпечка в лобби-баре с 16 до 17. Система питания «Ультра» все включено, действует с 10 до 23. Напитки безалкогольные и алкогольные напитки местного производства в разлив в ресторанах бара являются бесплатными. Все основные бутилированные напитки и алкоголь импортного производства предоставляются только за денежки. За денежки мороженое, свежевыжатые соки, турецкий кофе, горячий шоколад, эспрессо. Концепция «Все включено» действует с 10 до 24. То есть вторая концепция включает безалкогольные и алкогольные напитки местного производства, за денежки импортные алкогольные напитки, вина в бутылках, мороженое, свежевыжатые соки, турецкий кофе, горячий шоколад, капучино, эспрессо, все виды фирменных вин. Концепция полупансион, завтрак, ужин, напитки за денежки. По инфраструктуре: за доктор, парикмахерская, прачечная за денежки, магазины есть, аренда авто, интернет-уголок тоже за денежки, Wi-Fi присутствует. Отель принимает кредитные карты MasterCard, Visa. Услуги доктора по запросу Wi-Fi есть в лобби. Для детишек детская кровать, стульчики в ресторане, игровая площадка, бассейн. Няня за денежки. Мини-клуб для детей с 4 до 11 лет, не работает в зимний период. Есть конференц-зал, их 5 штук. По бассейнам: крытый, открытый бассейн, водные горки. Два открытых бассейна с пресной водой без подогрева. Площади 600 квадратных метров и 183 квадратных. Один крытый бассейн 172 квадратных метров. Одна водная горка без подогрева, работает летний сезон с 10.30 до 12 и с 14 до 17. По спа, спа-центр и массажик за денежки, а с хамам и сауна бесплатно. По спорту, бильярд за денежки, и присутствует тренажерный зал, теннис, настольный теннис. 4 теннисных корта с жестким покрытием, освещение, аренда, оборудование и уроки тенниса за денежки. Ну что ж, господа хорошие, в заключении, данный отель рекомендую, но за разумные деньги. Желаю вам крепости, здоровья, благополучия и отдохнуть в великолепном месте. Прекрасном отеле с близким вам человеком. Хорошего дня и классного вечера. Привет из Питера. Искренне ваш, Гарри Кинг.